Привет, народ! Мы продолжаем проходить растения против зомби. Пришлось внести некоторые коррективы в наши саженцы. И сейчас я попробую объяснить, почему. Итак, я совсем забыл, правда, эти бесплатные грибочки. А забывать про это нельзя. Также выяснилось, что за каждую съеденную могилу дают некоторое количество копеечек, да? Поэтому могилоед вот этот вот обязателен. А вот этот вот гипногриб, который мы, в общем-то, получили, пройдя предыдущий уровень, вполне себе неплохой гриб, учитывая его стоимость и действие. Он нейтрализует одного зомби. Но если это сильный зомби, то это вполне себе окупает этот гипногриб. Итак, давайте продолжим. Сразу начнем высаживать грибки. Ну и первую линию обороны, естественно. Из вот этих маленьких грибочков. И грибы будем вот эти вот в два ряда высаживать. Зомби пришли. Пришли зомби. Эти вот могилки же будут мешать очень сильно. Мозги. Ну ничего не попишешь. Ну практически съеден вот этот вот грибок. На самом-то деле его заменить по-хорошему. Вот это вас едят скоро. Как-то отреагировать, что ли? Мозги. Ага, здесь вот у нас нужна стена, да? Стена орековать поставим. Ну и начнем усиливать натиск. Так, сюда, пожалуй, я установлю грибок, потому что этот будет скоро съеден. И что я вижу? Бежит сильный зомбарь. Надо сделать так, чтобы он убежал. Поэтому сделаем вот как. Здесь можно поставить вот этот странноватый грибочек. Ну, сейчас они друг друга съедят, наверное. Будем пока торопиться. Там могилки покушаем, да? Также поставим сюда вот этот крупный гриб. Ну, опять же могилка. Так, крупная волна тут приближается. А как насчет вот этого? Слушайте, они прорываются. А, нельзя этого допустить. Так, ну накопим, я думаю, вполне. Так, ну что, выиграли, получается? Все-таки этот уровень.
Так, дальнобойный стрелок, друзья, который прячется при приближении врага. Ну, неплохо то, что он стоит недорого. А отлично то, что он дальнобойный. Ну вот не бесплатный. Ладно, продолжаем, посмотрим, как это нам поможет. В общем, это наша, так сказать, самая тыловая линия обороны, получается, грибок. Давайте-ка его будем использовать, но сперва вот это, конечно же. Естественно, средство номер два у нас подручное, это у нас, получается, вишня. Без стены мы никуда. Так, гипногриб, ну да, как такое средство, хорош, но реально вишня-то лучше. Давайте поиспользуем вот эту хрень, посмотрим, как она работает. Ну и бесплатный, конечно, гриб, куда без него. А, ну поехали. Так, внимание, сажаем. Все то же самое, в два ряда, смотрите, стало больше могил значительно. Нет, не будем пока. Ну, вот этих вот начнем. Так, начинает получать зомбарь. Мозги. 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 Так, ну что, сейчас мы сюда еще положим. Грибочек. Мозги. Тратиться пока будем только на вот эти солнечные грибочки. Я вижу только в этом резон пока что. Давайте-ка съедим эту могилку. Я реально сейчас хочу стену еще поставить. Чувствую, понадобится она. Так, ну пусть идет. Мы пока будем набирать солнце. Хавать периодично вот эти могилки. Мы справимся, не заболел. Давайте-ка вот таким вот образом будем действовать. Так, я вижу, у нас тут голичок такой небольшой. Большая волна зомби сейчас придет сюда. Опаньки. Правда, дорого, но круто.
Так, куда это посадить товарища? Также могилки все раскопали вроде бы, да? Закопали, вернее. Съели. Так, ну что? Сейчас накопим на бомбочку, наверное. Уже накопили, но... Его эти задолбят, я чувствую. Хотя, смотрите, волна-то еще не последняя далеко. Поэтому есть резон вставлять защиту. Такую приличную, да? Давайте рисковать не будем. Так, сюда мы грибок тоже поставим. Мозги. Так, ну зачем я это сделал? Ладно, оставляем как есть. Копеечку. Так, не будем на это тратиться. Запуляют его, нет? Походу запуляют. Вот эти трухануть могут и спрятаться. А нет. Заплевали. Нормальный такой состав. Не слишком дорого и сердито. Черт, копеечка пропала. Большая волна еще у нас. Иди. Может быть, серьезно. Мозги. Сразу ставим тут на гриб. И бомба так не решает. Да, бомба здесь решила. И мы победили. Итак, мы получили новое растение. Временно останавливает всех зомби на экране. Любопытно, друзья. 75 стоит. Нормальный ход, продолжаем. Ух ты, это что такое? Новый зомбарь какой-то, что ли? Ну-ка, зомби-танцор. Что за танцор такой? Пока не встречался. А это что за фигня? Ну-ка. Очень высокая прочность. Ну да, мы заметили. На все 110% на поле. Ну понятно. А танцора как победить непонятно. Скорее всего замедлять придется. Однозначно грибки. Далее бомба. Ну стена без нее никуда. Могилу возможно кушать тоже придется. Давайте берем бесплатники и... Так, ну что? Или это, да? Ха. Временно. Ну не знаю, насколько временно. Ладно, давайте возьмем, посмотрим. Вообще рискованно на самом-то деле. А, ну поехали. Начинаем высаживать. Могилка мешает. Да и вот это тоже. Зомби.
пришли. Так, зомби пришли. Ну, очень мало дают эти зомби, реально, солнце. Мозги. Мозги. Не, пока не будем вот этих брать. Вот теперь уже как бы надо. Так, танцор, друзья. Вот этот танцор. А, бог дело. На самом деле надо замедлять этого танцора. Да, он, смотрите-ка, он не один. Вот в этом-то беда-то и есть, друзья. Танцор у нас не один. Тут их до себя. Благо их можно победить. Можно, кстати, снова замедлить, попробовать. Да нет. Так, запуляем, я думаю. Так, мы рискуем, ёпта. Мозги. Так, замедляем их всем. Что-то нехило, они так похавали. Мы вроде справились. Так, какой-то черный гриб нам дали. Такой недешевенький, надо сказать. Уничтожает зомби в большом радиусе, но оставляет после себя кратер. Любопытно. Ну, будем брать, смотреть, что это такое на самом-то деле. Танцор тут присутствует, значит, нам понадобится вот этот ледогриб. Гриб судьбы не бесплатный, конечно, уж совсем, ну да ладно. Не пользовался я практически бомбой. Так, ну, как всегда, вот это. Это тоже. Ну, давайте вот это. Я тут не знаю. Он, видите, дешевле, чем вишня, поэтому да, есть смысл. Так, вот это вот навряд ли, вот это нам понадобится точно. Ну и вот это куда без этого. В принципе, все, больше мы ничего не можем взять. Поехали. О, много могил. Много могилок. Зомби пришли.
Пока что безнаказанно этот зомбарь идет на самом-то деле. Пришлось потратить на него солнышко, блин. Давайте-ка вот так, наверное, мозги. Сделаем. А, хавает, хавает, смотрите-ка, что делает, а. Не хватает катастрофически... Мозги. Черт, вы грибы медленно растут. Так, не, пока не будем. Да. Оборонку пока не усиливать будем. Давайте-ка еще скрываем могилу. Так, и вот большая волна, друзья. А наверняка здесь сейчас прибежит этот танцор, что здорово нам все усложнит. Давайте посмотрим, как работает этот грибок, да? Ух ты, мама. Да, нехило. Шло бы нехило. Но потратили так нехило тоже. Хаваем, хаваем могилы. Так. Где еще могилы? Вот они. Печка. Мы его уже дропнули. Так, чувствую, скоро придется подрывать. Да, даже мы никак. Прекрасно-то не проходит нифига, да? Это, походу, место, где больше высаживать грибы нельзя. А да и фиг бы с ним. Да, второй кратер у нас есть. Ну, все-таки, смотрите, зарастает немножечко. Так, еще одна волна. Давайте-ка, может быть, не знаю, вот так вот сделаем. Ну-ка, заморозим мы их. Но только лишь немного. Кстати, можем рвануть. Почему бы нет? Ну, копеечку нам не дали. Плохо. Ладно, вот тут записка эта.
Так, здрасте, мы хотим зайти к вам на полуночный ужин. Как насчет мороженого и порции мозгов? Искренне ваш из зомби. Да, любопытно. Ну, уж нечто подобное мы уже читали. О, могил стало больше. Сажай, да? Так, ну грибок пока поэкономим. С этого сюда. Опять же грибок. Так, пока что сделаем. Тут на гриб не, пока нет. Так, похоже, придется тратится. Это гриб. Гриб на его. Вот, смотрите-ка. Давайте вот так. Тут там подоспели уже зомбари. Ничего не сделает. Бах. Да, все-таки использовали мы снарядец. Потихоньку избавляемся от гибких грибов, от этих вот, да? Большая волна зомби. Ну-ка, запусти, в принципе, как бы. Копеечка наша и помоги мы. Так, взрываем. Опять
Давай тормозим. Черт, танцоры опять побежали. Так, ну надо почистить бомбу. Ха, неплохо так рвануло. Да. Зря там борьбу уже. Да, все сдохли. Отлично. А еще большая волна, как так? А, интересно. Так, ну, по стандарту действует. Так. Да. Ну что ж, выиграли мы. И у нас тут кувшинка, что ли? Что это у нас тут такое? Ну-ка. А, да, лист кувшинки, друзья. А, любопытненько. Неводные растения на себя. Так позволяет сажать неводные растения на себя. Интересно, тут вода скоро появится, по всей видимости. Ладно. А продолжаем. О, вот она вода, кстати, да. Похоже, зомби перестали атаковать... твой передний двор. Теперь они лезут на задний. И к тому же мы не можем использовать грибы. Потому что они спят днем. Вот бездельники, да. Ну, грибы реально. Что-то я к ним даже как-то подпривык, друзья. Грибки нам недоступны. Ну, кувшинку нам дали. Ясное дело, она нам понадобится. Вперед, как всегда, ставим то, что нам... понадобится больше всего это подсолнухи. Ну и вот эти вот скорострельчики, я думаю, нам также понадобятся. Картошку, вот не знаю, не хотелось бы ее брать. Давайте, наверное, так вот сделаем. Хотя, еще неизвестно. Картошечка может, кстати говоря, пригодиться. Ну вот это вот я бы не стал брать. Картошка. Ну давайте, ладно, картошка пусть будет. Поехали. Только это будет, друзья, естественно, уже в следующей серии. Я говорю вам спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки. Увидимся.